Есть удивительное растение, которое умело пользуется дождем. Nepenthes gracilis – плотоядное растение, которое охотится на насекомых. Оно заманивает жертв ароматом своего нектара, который часто находится на нижней стороне крышки кувшинчика. Голодный муравей решает подкрепиться. Но тот, кто попадает сюда, рискует жизнью. Кажется, что ты крепко держишься, но не тут-то было. Достаточно одного прямого попадания. И спасения нет. Муравей медленно растворится. Этот Nepenthes использует дождь в своих целях –